Вот это интересная фотография. Это было снято 8-го, так, сегодня 12, 4 дня назад. Значит, к нам приехали засаженцами, а они, у них были знакомые в Красном хуторе. А у тех знакомых было то, чего и платить не надо. Они у них просто взяли, выкопали корневые отводки. Вот. И чуть не плакали, когда... А, купили пару саженцев. Андрей продавал, уже знаете его, да? Вот. Он берет секатор и говорит, сейчас я буду резать. А он уже встал, пошел, у него уже крыша там снесла. Он не может видеть необрезанный саженец. И говорит, сейчас я буду резать вот так, вот смотрите. То есть фактически вся крона вот так буду резать. Там же корневые отводки, они же настолько хиленькие, там смотреть не на что. Сейчас я буду резать. Они же все от мамы питались, понимаете, корневые отводки питаются от мамы. А мама это вот такое дерево, которому не страшна даже это засуха, а они от нее вот так вот, вот эти вот, понад землей вот так вот, заглубление, всего лишь заглубление, эти, как я их называю, пуповина. Все не по-научному. И вы бы видели, они согласились, мол, ну, специалист советует, вы бы видели их морды, эти изображения, когда он вот так отрезал. А что, нельзя иначе? Да нет, нельзя. Ну ладно, режьте. Но эти физиономии надо было видеть. Ну, в общем, вот такая реплика небольшая. Вот. А это опять, только включая компьютер, бах, а дальше идет это. Вначале вот заманивает. Вот. Видите? Вот так вот режьте. И какой идиот это придумал однажды? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, четыре, пятнадцать. И тут прям порядка 30 страшных ран на кольцо. Ну, до. И это, вот понимаете, морду бить надо всем, кто вот это, морду, прям в буквальном смысле. Потому что это же все люди, вот приходит весна. Давайте смотреть, сколько лет этому дереву. Раз, два, три. Ну, 4-5 лет. Они даже не соображают, что творят. Ну, за что? И это в буквальном смысле, вот только это ядерство открываешь и все. И когда я нажимаю кнопочку, я нахожу правила обрезки. Сколько раз мы проходили? На кольцо, на кольцо, на кольцо. Зачем ты все это отрезаешь? Вот взять, нарисовать нормальное дерево, да? Раз, два, три, 4 года. Зачем? Ведь ты отрезаешь все, это отрезаются все плодовые почки, плодовые ветки. Должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Как? А она не хочет. Вот когда они пишут, следует, а я все время пытаюсь доказать свое, пытаюсь, из года в год, десятилетия, обрезать параллельно вертикальные ветки, устранять побеги в центр кроны. Мозгов нету, что она вот так вот делает, особенно привитая, у них же привитая, это же боковая почка, боковые ветки, да, она уже генетике не подлежит, штамба у нее нет, вот, и растет она как хочет. Но цель, конечно, все-таки защитить, направить водяные потоки вот сюда. Видите, кончики корней где? Вот они. Видите? Вот они. А они что делают? Осветлили, куда побежит вода? Вертикально. Но яблони не сильно боится, а груша загнивает. И главное, что это все правильно, оказывается, надо калечить, так правильно. И самое еще страшнее, осенью. Как ты, эта подготовка сада к зиме, вот эти раны наделать? Я не могу, я уже который раз вам говорю об этом. И пошло 3 этапа обрезки. А вот это обрезка по железу. Я использую вот такие фотографии, как экспонат. Я не скрываю, это моя груша. Но это невероятное количество страшных иголок, которые должны были рано или поздно выколоть глаза моим детям, которые бегают вокруг. Это рядом площадка.
но я уже обрезал по железу, так, вот, я не оставил ни одной, это была предварительная обрезка, я не оставил ни одной иголки. Прошло время, это было сколько дней назад, 8 дней назад, вот она так выглядит. И заметьте, всегда, когда мы делаем искусственный штамп, дерево возвращает свое первоначальное. Их задача – это не то, что неправильно, и опять бы это. Вы знаете, если бы оно неправильное дерево, надо было бы так целиком, помните этих, как их называемых, пустицы семирязевки, которые такую же грушу научили уничтожить, отрезая вот эти ветки, да, вот эти ветки, ветки, ветки. Вот. Представляете, что было бы? Одна сплошная рана. Здесь я ради детей искалечил дерево. Вот. И эта фотография послужит примером, что все равно дерево возвращает, и ему нужны эти ветки, как кровь из носу, эти листья нужны. Это фотосинтез. Не бывает ненужных веток. Ну, а это же самое дерево. Может быть, фотография вам покажется немножко неудобной. Вот это дерево. Вот это его урожай. Так. Вот это пылесос, да? Вы знаете, как выбрать садовый пылесос для сбора листьев? Ну, представьте, что вы достаточно обеспеченный человек. Или вы настолько обеспечены, что можете нанять работника. Ну, их почему-то называют не садоводами этих работ, а садовниками. Вот. И делать красивые кусты, шарообразные формы, квадратные формы. Когда вижу квадратные, даже шарообразные кусты, деревья, у меня сразу давление поднимается. И вот от этого тоже. А как правило, когда рекламируют, им все равно, что вы будете делать. А вы возьмете, если вы достаточно обеспечены, или у вас большой участок, вот, и вы не хотите это все грести граблями, а здесь даже чище, видите? Вот, и купите такую штуку. Вот, и начнете отбирать у деревьев их законное, это их ваши леса принадлежит дереву. Вот. А это реклама. Если бы хоть в школах объясняли, что вот. Не надо их покупать. Не надо ничего этого делать. Вот видите, специализированный магазин. Это для богатых, которых мне страшно вот это. Я бы не стал бы этого даже показывать. Мы с вами же не побежим покупать это. Хорошая вещь, но не там бы она нужна. Вот что страшно. Уборка мусора. Вот это вот называется мусором.